Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня у меня тортик-корзиночка. Знаете, на улице осень, и как бы не хочется, чтобы все было мрачно. Поэтому я вот... плохо видно. Вот здесь у меня крем окрашен желтым и оранжевым. То есть он и не желтый, и не оранжевый. Такой теплый цвет получается. Для того, чтобы выровнять и сделать плетение корзиночки, я сразу окрашиваю весь крем. То есть выровняла, остатки крема весь окрашиваю. Останется, значит, останется. Насадку хочу попробовать взять. Открытая звезда номер 22. Сейчас посмотрим. Если крупновато, значит, я ее поменяю. Ну что ж, приступим. Плетение хочу сделать наискосок. То есть... проводим одну вот такую вертикальную палочку и на ней наискосок пытаюсь сделать плетение. В общем, вот старайтесь вот так кончик придавить маленечко, чтобы вот эта следующая полосочка так хорошо прилеплялась. И вот так по всему кругу. Тортик у меня на 20 сантиметров форма, всего на 4 яйца. Там внутри обычный ванильный бисквит. Крем-чиз на масле. Пропиточка у меня банановый топпинг. Каждую новую порцию перед закладкой в мешок обязательно промешиваем. Обязательно. Белый это цветной крем. Это обязательно в белково-заварном креме. Сейчас я поменяла насадку. Открытая звезда тоже, только номер 19. И буду делать вот такое плетение, как косичку, чтобы край просто закрыть. Это в одну, в другую сторону. Просто. Все, наша корзинка готова. Сейчас приступим к цветочкам. Что ж, мои дорогие, как вы поняли, я тут пытаюсь сделать Анютины глазки. Что из этого получится, сейчас посмотрим. Вот здесь насадочка номер 127. Обычная прямая роза. Я ее тут подзажала немного, сколько смогла, чтобы чуть-чуть поуже хоть была. Внутри крем окрашен. Вот 130 AmeriColor. И добавила номер 164 Electric Pink. Одну прямо капельку. Сухой распылитель для фиолетового будет у нас фиолетовый. Желтые листочки. Насадочка номер 125. Тоже обычная прямая роза. Тоже я ее зажала. Внутри обычный наш желтый топ-продукт. И сухой распылитель будет у нас желтенький. Так, кисточка, чтобы делать полоски. Насадочка двоечка, чтобы внутри такую серединочку делать. И насадка номер 21 для основки. Вот. Обычная наша звездочка. Делаю основу. Такую основку пытаюсь сделать повыше, поровнее. И вот надо постараться с середины сделать сначала вот эти фиолетовые задние листочки.
раз оторвала. И еще один. Раз, оторвала. Вот как бы вот так получилось. Не забыть припылить. Видите, он не очень яркий. Сейчас будет у нас поярче. Ну, нету, так я сама первый раз с ними делаю такие цветочки. Да и цветочки первый раз. Так. О, стал какой яркий сразу. Теперь надо сделать вот эти три листочка. Тоже пытаюсь. И так раз оторвала. Еще один, который у меня всегда почему-то ложится. Также с серединочки. Чуть-чуть давлю. И оторвала. Ну, там, где больше будет, где меньше. И средний листочек. Тоже надо, конечно, в серединочку. Вот так. Вот так он у нас получился. Видите, какое чудо. Тоже припылить. И знаете, внутри у них такие, как бархатистые, две штучечки. А я попробую вот белым-желтым кремиком. Вот знаете, вот так вот прямо. Раз. Такие петелечки. Маленькие. Вот в итоге вот так получилось. Мы почти прикрыли серединочку. Теперь одно из самых главных — раскрасить листики. Вот это заваливается у меня почему-то всегда. Здесь у меня черный краситель, топ-продукт, и кисточка. Вот такой цветочек получился. Снимаю на подносик. Мгновенно скручиваем и все. И отсаживаю. Еще один. Попробуем все вместе. А потом, наверное, буду одна. То это долго сильно со мной. Так. Припылю.
Так, поделала я тут наших цветочков. Все же начну отсаживать, а то очень много могу наделать. Знаете, вот здесь у меня насадочка 102-я. Просто листик розочки. Ну, тоже я ее подшимала. Так, по краю сделаю кое-где листочки. На всякий случай. Вот такие, знаете, хочется. Как бы мне вот так тогда я буду, наверное. Так вот. Вот такие вот. Ну, хотя бы кое-где. Сейчас вот здесь я делала маленькую горочку. Ну, еще чуть-чуть повыше приподниму, а то у меня всегда проблема. Потом середина низковатая. И начну отсаживать наши цветки. Ого! Высок забрался. Брать часть крема, значит. Поменяла насадку на листик. Ну, просто листик вот такой. Он без номера. И сразу буду отсаживать листочки. Тут, думаю, потом будет тяжело. Так. Ладно, не забывать про листочки. Долго с ними возиться, но все же какая красота. Это неудачно взяла его. Ну ничего, сейчас мы его посадим. Опа. Знаете, думаю, вот на такие вот пустоватые места надо вот так листик обманку сделать, будто бы там цветок, да? У нас есть крем. Так, сейчас мы и вот на это место отсадим следующий. Так, мои дорогие, так как получилось четное количество цветочков, я хоть не очень суеверный человек, но на это делают замечания иногда. На подложке тогда еще выложу цветочки.
Вот такой тортик с Анютиными глазками сегодня получился, и мне пришла пора с вами прощаться. До свидания, мои дорогие, до следующих встреч!